Security system offline. Серкс на шаг впереди нас. Он выполнил замену на компьютере управления жидкостью и блокировал нас. Будь осторожен. Ты сможешь. Система безопасности корабля в полном беспорядке. Я говорила этим идиотам. В случае отказа системы охлаждения реагента, нужно удалять загрязнение путем быстрой контролируемой декомпрессии. Это можно сделать путем открытия шлюза отсека челноков. В рубке управления находится система управления протоколом шлюза. Вы можете изменить эти протоколы при помощи чипа перезаписи системы 45М DEX. Этот чип находится в вспомогательном хранилище 5 в трубах охлаждения. Код 34760. Welcome aboard. I'm sure this is just what you were looking for. It's all a question of time. By the way, sir. Feel the glory of the future. Feel the yearning of the priests of the church.
Please make your selection. System offline. Проявляют необычную разумность. Я пробыл с одним в течение 4 часов и попробовал использовать пси-усилитель в режиме бета-4. Ответа не было. Я подумал, что это потому, что он не может реагировать на высокий 4-й режим. Но затем я понял, что он намеренно блокирует пробу. Когда я поднял пси-усилитель, чтобы атаковать его, создание протянуло руку и направило криокинетическое поле ко мне, парализовав мою руку. Я немедленно ударил обезьяну пси-энергией, а затем применил электрошок.
strong! Here she go. Wait, I'm amazing. I just think this is like this misunderstanding. Silence. Thank you.
Ash who wrote the mass. Турель. Ксеркс теперь даже не разговаривает с нами. Поллард предложил обходной путь. Обойдя центральное управление, мы можем взломать турели локально и установить контроль над ними. Однако это означает прямую дорогу к сукиным детям. Остается надеяться, что они не помешают. Точно одно. Я собираюсь выяснить, что, черт возьми, происходит. Порядок гондолы 2. Ты должен направиться в гондолы 1 и 2 и запустить их вручную. После этого перезапусти систему при помощи главного управления. Но эта система не запустится до тех пор, пока ты не перезапустишь обе гондолы. Будь осторожен. Они вводят в действие главные силы. И они точно знают, где ты находишься. Selection.
отправляйся в лифт и на палубу 4. Пока ты будешь делать это, я обнаружила присутствие артефакта Фанлингера на борту корабля. Я думаю, ты сможешь использовать их в своих целях. Я загрузила информацию в корабельное устройство модернизации оружия. Они смогут передавать информацию. Я не знаю, где бы мы были без Делакруа. Белый корабль разваливается, одна единственная она что-то понимает в этом. Я видела, как она спорилась этим кредитом, она тоже количественно, и как-то она была замужем. Но все было бесполезно. Представился мне, что-то обычное, мнение, что такое. Мама Мия, клоуны выходят на арену. Thank you.
Блокирует шахту, и лифт не может достичь палубы 4. Я обнаружила большое количество биоматериала, который закупорил шахту лифта. Этот уровень был изменен так, что стал своеобразным местом для сведения ксеноморфа. Это не должно быть опасным. Если вы хотите остаться, всего на несколько часов. Но нужно как... Хорошо, оставайся там. Этот пузырек с экспериментальным материалом, называемым токсин А. Он был разработан в ПСИ-лаборатории, чтобы замедлить рост чужих. Но я не могу найти данные о том, как использовать его. Ты должен исследовать токсин при помощи анализатора. Я даю тебе кибермодули, чтобы ты мог приобрести навык исследователя. У тебя его нет. Токсины нужно поместить непосредственно в климатический регулятор. На палубе их должно быть 4. Если поместишь 4 пузырька в эту систему, ты сможешь значительно замедлить рост этих презренных существ. Это должно удалить биоматерию из шахты лифта. This is Xerxes. Please report any electrical anomalies to your direct superior. Remember, a smooth operation is everybody's responsibility. Security system offline.
This is Xerxes. Why do you let the Metal Mother guide your actions? Why do you not join the glory of the mass? There. Please make your selection. Требуется доступ. Заметьте, что биотоксины подействовали на биоматерию на стенах и в лифте. Теперь сделай то же самое с другими тремя регуляторами. Они знают, где ты находишься. Найди способ очистить шахту. Я со своей стороны сделаю все возможное. Двигайся, у нас нет времени на неудачу.
Там юнцы все на борту. Капитан Диего и я закупорили палубу 3. Он и я теперь один разум. Наши тела тоже изменились. Иногда это невыносимо. Иногда это изумительно. Что-то чудесное происходит со мной. Hi there. Please make your selection.